Улыбнитесь, мои котята, с вами Прик, и добро пожаловать в Wildcraft. Сегодня мы будем охотиться на лисичек, и будем охотиться в трех локациях. Да, как вы заметили, я буду играть сегодня на бегемотике, вот на этом скине, я, по-моему, еще ни разу не играла, и решила выбрать в пэты слоника, потому что очень часто я выбираю бегемотик, когда играю на бегемотике, в этот раз я решила выбрать слоника, но почему бы и нет, бегемотик со слоником. Итак, пойдем сначала в дикие степи, поохотимся немножко там на лисичках, потом перейдем в зимнюю деревню, хотела сказать, в зимний лес, там тоже поохотимся и закончим охоту уже, ну главное, чтобы не забыть, да, всех лисичек не надо будет там ловить, конечно же, пойдем уже потом в японский лес. Итак, нам нужно будет поймать 18 лисичек, как вы видите, 23 лисички у нас идут по квесту, и если вы помните, а может быть и не помните, в одном из видео я поймала несколько лисичек, когда охотилась. Вот, случайно это было, может быть и не случайно, ну, в принципе, на самом деле это было случайно. Так, это нам не нужно, кроликов нам не нужно, мы ищем лисичек. И поэтому у нас квест изрядно сократился, у нас их теперь 18, я думаю, что 18 лисичек реально будет найти. Главное здесь найти нам штуки 2, этого будет достаточно, ну лучше, конечно, где-то по 5, по 6 лисичек. Можно даже разделить, допустим, 18 разделить на 6, будет 3, да? 3 локации по 6 лисичек. Ну, в принципе, да, можно сделать и так. Пока что я никого не вижу, играю я сейчас на крокодильчиках, если вы не знаете. Вот, крокодильчики за мной бегут. Они не бегут, они ползут, стараются, стараются, видите, аж пасть раскрыли, как стараются бежать за мной, но не успевают. Оказалось, что бегемотик намного быстрее крокодилов, а я и не думала. Так, первые лисички есть. Очень быстро их побеждаем, потому что это на этой локации самый высокий уровень животных, это 40-й. Здесь это локация для начальных игроков, то есть не для игроков, а для животных начальных, которых вы только начали прокачивать до 10 уровня. Соответственно, здесь нужно будет прокачиваться и на боссе, и на животных. Итак, 4 лисички у нас есть, осталось еще парочку найти. И будет уже повод перейти на другую локацию. Так, там у нас кабанчик. Кабанчика мы не трогаем. Мы вообще никого трогать не будем, кроме лисичек. Так как у нас... А, кстати, мы сейчас перейдем в зимний лес, и там у нас будут скунсы. Но здесь, в принципе, тоже могут попадаться скунсы. Главное нам их не зацепить и не спровоцировать. Если я их спровоцирую, то вполне возможно, мои крокодилы их загрызут. Это не очень приятно. Так, тут пока еноты. Все нормально, все нормально. Так, еноты, белочки тут. А где у нас лисички-то? А, вот одну вижу, а где вторая? Нам еще одна лисичка нужна для ровного счета. Этого мало. Давайте посмотрим, может быть где-то поблизости еще убегает лисичка. А, возможно в той стороне, но я очень сильно сомневаюсь, что она так далеко убежала. Что они вообще друг от дружки далеко так убежали. Так, здесь у нас белочки пищат. Ну, давайте на ту сторону сбегаем, раз у нас там красненьким подсвечивалось, возможно, там тоже кто-то есть. Так, смотрим. Нет, нету здесь лисичек. Но нам нужно всего лишь одну лисичку найти. Вот теперь будет сложно найти одну лисичку. Ох, скунсы, убегаем от скунсов, убегаем. Скунсы у нас по другой истории, по другому квесту. Так, здесь две лисички. Угу. Придется две побеждать, потому что если мы сейчас одну зацепим, вторая тоже, видите, подбегает. Все. Хорошо, задание на этой локации закончено. Теперь переходим в зимний лес. Переходим в главное меню. Загружаемся, загружаемся. Отлично. Опять же, один игрок и зимний лес. Ну, здесь тоже сколько уж получится лисичек, столько и найдем. Ориентировочно будем все-таки искать 6 лисичек, да? Так, как и планировали. Так, вижу, 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 впереди уже лисичка. Причем одна. Это тоже очень странно. Это очень-очень странно. Здесь они уже 120 уровня. Такие, знаете, серьезные лисички. 7 лунных камней еще дают за них. Так, а там у нас рыська была? Ага, с той стороны была рыська. А где еще одна лисичка? Это что такое? Непорядок. Почему по одной лисичке сейчас в последнее время бегают? И там рыська, и здесь рыська, везде одни рыськи. Так, 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 ну-ка пойдемте-ка за бугорочек с той стороны, посмотрим, что там у нас красным подсвечивалось. Ага, здесь у нас еноты подсвечивались, главное опять же на скунсов не нарваться. А то один скунс у нас уже есть в квесте. Не хотелось бы
нарушать квест. И еще один, чтоб появился. Не надо, не надо. Так, здесь у нас кто? Там лисички, кажется. Нет, это скунсы. Те самые скунсы, о которых я говорила. Убегаем. Так, там рыська. Ой, ну здесь, наверное, будет тяжело с лисичками. Хотя в зимнем лесу не бывает с кем-то тяжело. Здесь, в принципе, все нормально со спавном. Так, ух ты, смотрите, как красиво смотрится наш бегемотик. Как он выглядит, да? В зимнем лесу. Он прям сливается. Его издалека не увидишь. Он будет сливаться. Там лось. Как же мимо лося я пройду? Ну вот как-то она придется. И там, что ли, лось с той стороны? Их там два, что ли? Или мне показалось? Ой-ой-ой, ничего себе тут животных-то. Ничего себе враги. Одни враги вокруг. Надо аккуратненько так вот по кустикам спрятаться. Ну, бегемотику нашему очень сложно спрятаться, такому большому, огромному. Очень сложно. Также сложнее бесшумно пройти мимо какого-нибудь агрессивного животного. Его обязательно заметят. Так, что-то здесь как-то неудачно у нас все началось. Куда-то лисички... Ай! Нет, нет, я не хотела этого. Вы видели, я этого не хотела. Я надеюсь, они отстанут от него. Нет, 7 лунных камней получили. Второго скунса случайно мы победили. Очень случайно. Ладно, это была вторая лисичка. Угу. Так, нам еще нужно несколько лисичек. Еще парочку раз по парочке лисичек. То есть 4 штучки, как минимум. О, вижу еще 2. Отлично. Так. Убегаем, убегаем. Это уже, знаете, это уже опасненько. Хоть, конечно же, бегемотик толстокожий, но лисичка его прокусывает на раз-два. Так, отлично. Еще парочку давайте лисичек найдем. И перейдем уже в японский лес, мою любимую локацию. Так, скунсы. Обходим стороной. О, неужели мы уже до босса добежали? Ничего себе. Добежали до босса. Интересно, в сравнении с боссом я очень крупная буду или нет? Но я не могу к нему близко подбежать, он на меня нападет. Так, вот еще лисички вижу. Отлично, последние 2 лисички на этой локации. Кусаем, убегаем. Главное до босса не дойти. Слоник, помогай. Интересно, в зимнем лесу охотятся прям самые летние животные. Бегемот, крокодилы, слоник, да? Такое возможно только в Вайлдкрафте. Все, переходим в главное меню. Сейчас будет у нас последняя локация. Зимний лес. Ой, зимний лес. Японский лес. Так, все, где он у нас? Вот, японский лес. Отличненько, вы готовы? Ну, я думаю, что вы готовы, так как вы находитесь в японском дыне. Значит, вы должны быть точно готовы. Так, лисички у нас где-то были в той стороне. Знаете, где? Где сакура? Вот я даже... Или в той стороне, я уже не помню. Вот где лес из сакуры, там и лисички были. Ох, я, наверное, уже не вспомню. Ладно, бежим в ту сторону. Вот лисичка. Значит, правильно я бегу. Значит, правильно. Так, одна есть. А где вторая твоя подружка? А, где-то вторая, наверное, поблизости ходит. Нужно осмотреться. Так, давайте оглянемся. Посмотрим. А, не вижу я второй лисички, к сожалению. Так, там не лисичка. А здесь у нас кто? Ну-ка, приглядываемся. Ой, там много кто, но точно не лисички. Там мои нелюбимые животные. Макаки, кажется, там. Которых я просто ненавижу. Они такие болючие. Ну, они очень больно кусают. Они страшные. Бегают, нападают сразу кучкой. И кусают тебя, кусают, 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 кусают со всех сторон. И белки мне здесь не нравятся. А белки вообще, это турбо-белки, да? За ними гоняться тяжело. Особенно на бегемотике. Бегемотик, в принципе, он не такой скоростной. Ну, хотя, если бы я играла сейчас на крокодиле, я думаю, что у меня скорость была бы точно такая же, потому что крокодил по суше бегает мне тоже не очень быстро. Так, еще одна лисичка, 2 даже. Отлично. Супер. Ну, еще осталось 2 штуки найти. 2 лисички. Так. Кусаем, кусаем. Ой, ну какой хороший квест. Слушайте, это так удобно. Оказывается, охотиться на разных локациях. Ну, если, конечно же, игра позволит, да? Вот на скунсах тоже можно будет поохотиться. И в диких степях, и в зимнем лесу. Потому что там скунсы тоже водятся.
Ну, конечно, чаще всего встречаются у нас на локациях лисички. Это здорово. Так, еще парочку лисичек нужно будет найти. Где-то вот здесь они должны быть. Я знаю, что они здесь должны быть возле леса сакуры. Но они обычно здесь и водятся. Неужели мы уже всех поперебили? Всех победили лисичек, и, наверное, они больше уже не придут. Это будет очень обидно. Так, там у нас журавли были, да, или кто? Ах, нет, там белочки, турбобелки, за ними даже бесполезно вообще гоняться. Уже вот последние две лисички осталось. Будет очень обидно, если я сейчас буду полчаса бегать вот так вот вокруг и не найду последних лисичек. Так, это не то. Это, ой, макаки. Я вот только что говорила, что вы мои не... И тут макаки, там макаки. Окружили макаки. Окружили со всех сторон, бегаем от макак. Так, кабанчик, журавли, а лисичек нет. Ну вот, приехали. Придется, наверное, в зимний лес переходить. А я думала, что здесь закончу, в японском лесу. Но их здесь на самом деле очень мало. Охотиться на лисичек в японском лесу такое себе. Я как-то выполняла здесь квест полностью, причем охотилась. И я очень много времени на этот квест потратила, около часа примерно. Ну, у меня тоже где-то было в квесте там 20 чем-то лисичек, я уже точно не помню, но у меня есть такое видео на канале. Нужно будет поискать, посмотреть, освежить, так сказать, память. Вот, я очень долго снимала это видео, и пришлось мне ставить на паузу. То есть я снимала это видео с паузами. Я вижу эту лисичку, я к ней уже бегу. Потому что иначе это было бы бесконечно. Так, ну, придется еще одну где-то искать одиночную лисичку. Это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Где еще? Где-то здесь вот были в прошлый раз, да? Может быть, был переспаун, я не знаю, тех же самых лисичек. Респаун, то есть, ну, что-то не вижу. Ох, ну дайте мне еще одну. Мне только одну надо. Ну сейчас, как назло, будет две или три, или четыре. Или вообще ни одной. Опять кружочек придется такой же сделать, да? Здесь в лесу навряд ли. Где-то вот с этой стороны должны быть. Но нет. Ну почему такое невезение? Так, а так все начиналось хорошо, да? Скажите, лисичка за лисичкой. Даже и не напрягалась я. Даже и не искала. Они сами появлялись. Так. А белки там. А там кто? Я не вижу издалека. Если вы видите, то у вас очень хорошее зрение. Но это был кабанчик. Кабанчики нам не нужны. А вот где-то здесь была, да, в прошлый раз лисичка. Так, давайте смотрим. А, нет, она еще не появилась новенькая. А, можно вот здесь посмотреть, кто это. Журавлик, а тут у нас кто? Тоже мелочь какая-то. Да, это белочки мелкие. Мелкие белки. Ой, я бы не хотела, конечно, ставить это видео на паузу. Я думала, что без паузы сделаю. Вот затягивается видео. Чуть-чуть осталось. Немножечко. Последнюю лисичку так долго ищем. Не охотьтесь в японском лесу на лисичек. Не надо так делать. Не делайте, как я. Надо было все-таки большую часть лисичек победить там, на других локациях, да, а уже потом сюда, где-то там парочку лисичек последних найти. Мне кажется, так было бы более рационально, чем... Ух ты, там, кажется, лисички, подождите-ка. Да, ну, я же так и думала, что мне две дадут лисички. Одна лишняя будет. Но я думаю, что это не страшно. Так... Ну-ка. О, у нас еще 4000 монет, кстати, мы можем открыть сундуки, да, в честь этого события. Давайте откроем 4 сундука. Раз, два, три. Ну, которых, конечно же, ничего не выпало, но что вы хотели? А что вы хотели? Так, у нас здесь кто-нибудь вообще повысил уровень? Есть кого прокачивать? Так, Кроки. Прокачиваем Крока. Ух ты, это тут всех прокачивать надо. Еще придется желуди тратить на эликсир. Так. Точно придется тратить. Ну, давайте по максимуму закупимся, чтобы туда-сюда не бегать по 10 раз. Ой, а тут скорость-то... я теперь поняла, почему они все такие медленные. Потому что скорость у них не прокачанная, оказывается. Надо скорость всем прокачивать, иначе вы их не дождетесь.
когда они добегут до вас. Так. Кроку. Ух, они у меня вообще не прокачаны. Крокодильчики. Ничего себе, вот это да. Вот это прика дает. Я, наверное, сижу один на них потрачу сейчас. Я думаю, что да. У меня пальчики уже устали. Кликать по кнопочкам. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, вот это да. Вот это я запустила крокодила. Все, мне не хватит на последнего эликсира, к сожалению, крокодильчикам. На гену. На генку не хватит совсем эликсира. Чуть-чуть только силу, может, прокачаю и все. В следующий раз нужно будет его прокачивать. Ну что ж, вот такое видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft. А с вами была Кошечка Прика. И увидимся в новых роликах. I'm not afraid of the dark.